По сайту Аниматрон можно ходить как по музею, где можно все потрогать. Нашли проект, который называется Candle, пламя свечи колеблется. Чтобы посмотреть, как это сделано, мы входим в редактор. Зацепив правый край бегунка и сдвинув его налево, можем увеличить цену деления. На шкале времени, где минимальное цена деления будет составлять 5 сотых секунды. В секунду 20 раз, это значит 20 герц будет частота смены кадров. Почти максимум. Выделив пламя свечи и передвигая курсор вдоль шкалы времени, можно наблюдать, как у нас меняется. Становится то шире, то уже это пламя свечи колеблется на ветру. Можно добавить эффекты, правда, сделав дубликат этого проекта, чтобы можно было что-то редактировать, сохранять. И добавить сюда изменение яркости свечи. За время 5 сотых секунды она падает до нуля, а потом опять возрастает до 100%. Для этого мы меняем непрозрачность от 100% до нуля. Но для того, чтобы у нас пламя свечи менялось действительно за 5 сотых секунды, необходимо в начале интервала смены поставить метку, которая называется keyframe. Для этого бегунок передвигаем в это место, нажимаем правую кнопку мыши, ставим keyframe, меняем непрозрачность на 0. И через 5 сотых секунды опять 100%. Видно сейчас, как пламя будет трепетать, меняя свою яркость, кроме того, что будет колебаться.